Так, сейчас 12 часов дня. Мы сейчас будем кормить стрижика. Давай-ка вылазить. Идем, идем. Так. Чтобы ручками его не испачкать, мы сейчас вывозим тканью. Он уже знает эту ткань, и он ее не боится. Так, идем, идем, Вот мы его берем ткань. Так вот аккуратненько, но ну, он не барахтается, и он привык, потому что он знает, что его сейчас будут кормить. Вы видели из прошлых видео, когда кормишь его, он в рот пищу кладет, закрывает головку, приподнимает и глазки закрывает. Ему так нравится, он начинает радоваться жизни, и это для него экстаз, балдежный момент. Вот сейчас мы передали в кормящие ручки. Теперь он сейчас будет кушать. Мы подготовили шприц. То есть сейчас я вам покажу шприцы, которые у нас есть. Мы решили, вот сейчас уменьшим. Вот это обычный шприц, 5-кубовый. Кубик это сантиметр в третьей степени. Ну, а этот от какого-то лекарства. У него, что вот у этого шприца отлично, так это то, что вот эта часть от шприца, вот эта, она иголка, которая на что не одевается. Поэтому я сделал такую маленькую заглушку из трубки. Взял трубку и ее кончик один нагрел и пальчиками, в общем, придавил. Сейчас она держит герметично, то есть, чтобы корм не втекал, мы заглушиваем наш шприц. Этим шприцом удобнее набирать, потому что я кормовую смесь в баночке перемешиваю ложечкой, а потом просто втягиваю. А здесь вот это место горловины, она вот эта часть, она поуже, чем у этого. Ну и следовательно, вот нам вот этот шприц просто-напросто не подходит, а подходит только этот.